Новый скандал. Лоза назвал Киркорова тупым. Юрий Лоза успел дать оценку шуточному ролику Филиппа Киркорова, где он назвал своего коллегу по цеху ненужным аппендицитом. По мнению музыканта, король российской популярной музыки этим продемонстрировал тупость своего ума. Как заявил композитор после просмотра ролика, он Киркорову испытывает исключительно чувство жалости. Он просто не может понять, как Филиппу удалось в рамках одного выступления совместить такие человеческие органы, как аппендицит, простата и анус. Лоза считает, что здесь присутствует такая же логика, как при объединении уборки стула и стола. Также Юрий заявил, что его коллега не отличается особым умом, так как если бы он у него был, то он бы произносил слово «аппендикс». Также Барт посоветовал Филиппу Бедросовичу побольше читать книг. Тогда он будет знать, как правильно называются различные человеческие органы. Лоза считает, что у короля поп-музыки слишком много свободного времени, поэтому он от безделья дурью мается. А ведь ему уже 50 лет. В этом возрасте быть глупым стыдно. В попытке меня подколоть выставил идиотом себя. Показал себя тупым. Очередной раз, сказал композитор.